памяти центрального компьютера поможет скоротать время. Желаю вам потратить цивилизацию, Рейнджер Уотер. Ух ты ж, ёжик. Это неубиваемо, а? Есть. А, он там сзади. Нет, далеко. Туда мне не надо. Сюда отъеду. А чё, где ковчег? Мой сенсор что-то обнаружил. А, сзади. Сигнал рейнджера. Это может быть один из наших. Пропавший рейнджер. Выясни, что произошло. Куда мне надо было?
А как попасть в этот дом? Ага. Понял. Нифига себе, тут собаки какие-то. Я нашел павшего товарища. Добавлю имя в список. Хорошо. Жетон надо будет вернуть на заставу. Мама бы это одобрила. Контейнер еще где-то один, а где он? Я и не знаю. Метеорит. Где? Ага. Фига себе спрятан. Ну, чуваки, если чё, сверху здесь вот. Охренеть, его спрятали. Чё, можно в тачку дальше садиться? Буксами прям. Так, найди дока. Да я здесь на тачке сейчас могу дальше проехать. Делай доктор Классер. Могу тебя убивать.
моя какая-то. Окей, давай. Мне нужен доктор Квасир. Никого не осталось. Приветствую, рейнджер. Приветствую. Давненько никто из ваших не заглядывал ко мне в гости. Ох, какие красавцы. Доктор Антон Квасир. Гениальный ученый с темным прошлым. Уроженец Ковчега. Пережил Апофис. Говорят, он работал на правительство и спроектировал солдат-мутантов. А затем предал хозяев. Перешел на нашу сторону. Сражался против правительства, как и все мы. К безумным ученым я отношусь с осторожностью, но... Без него не обойтись. У вас отличное оборудование, а доктор Квасир? Квасир, да. Лаборатория неплоха. Ноги! Раньше мои исследования были связаны с механикой. Но со временем машины имеют склонность ломаться. Так что я теперь больше полагаюсь на генную инженерию. Живые организмы восстанавливаются. Ну что ж, логично. Вы уж извините, Уокер, да? Я прогнал ваш скан через мейнфрейм ковчега. Теперь я вас знаю. Ваши родители, увы, какая трагическая гибель. Хотя Эрвина Проули взяла вас к себе. Да. Воспитала как родного сына. Но они убили ее. Уничтожили все, что у меня было. Убили? Как жаль. Она была фантастической. Я всегда надеялся. Но, увы, нет. Перебили всех. Это была неудержимая сила. Мутанты. Новые существа. С техникой, броней и пушками. Огромные. Выше любого здания. Ими командовал человек. Генерал Мартин Кросс. Значит, он вернулся. Что ж, этого стоило ожидать. Он и его любимая шавка, доктор Бендро, неустанно работали над этим своим проектом долголетия. Но видите ли, этой проблеме я как раз могу подыскать. Решение. Решение мне известно. Вы ведь о проекте «Кинжал»? А, вы знаете. Ну, конечно. Наверное, Проули вам уже рассказала.
Свою часть я выполню легко. Проект наполовину состоит из науки, наполовину из активных действий. Возвращайтесь лет через, скажем, 6. Тогда я создам нанотритовый ретранскриптор. Или сыворотку, как я его называю. Эй, вы сказали 6 лет? Да, примерно. Науку нельзя торопить. То есть можно, если располагать вычислительной мощью. Увы, моя лаборатория старовата. Если бы достать с орбиты неуловимую сферу за 15, тамошний компьютер мог бы ускорить процесс. Экосфера еще на орбите? Мне про такую в детстве рассказывали. Да, из-за ошибки в расчетах она осталась в небесах, когда все остальные рухнули на землю. Если бы мы заставили Эко-15 приземлиться, я бы воспользовался ее древним суперкомпьютером. Подумать только. Такая мощь в моей скромной, старенькой лаборатории. А ее можно посадить на Землю? Да. Это можно сделать с космодрома Эдем. Попробую. Хорошо. Минуточку. Вы знали, что я на это подпишусь, да? Да. Башню ликвидирую. Потом доберусь до космодрома и дым. Давай заглянем. Так я был там уже, вот в пустоши. Я уже был, отсюда уезжаю. Блин, думал, застрял, нифига слава. Так, сейчас где-то здесь сторожевая башня будет.
Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не видно. Где стрёмно, туда не лезь без подготовки. Я сбил беспилотник. Похоже, он принадлежит правительству. Отлично. Моя ненависть к беспилотникам уступает величиной лишь моей любви к генетике. Сюда вот заеду. Гнездо крушителей. Погнали. Лили, как-то мне тут не по себе. Как сказала бы мама, рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться лишь хорошо подготовившись. Опять по подвалам каким-то непонятно. Будем бродить. Это гады.
Ой, у меня патрон заканчивается, трубаша. Патроны заканчиваются, дробаша. А контейнеров еще ни одного не нашел. Наверное, дальше будут. Сейчас здесь битва у нас будет, наверное, с кем-то. Мои операции в проекте. Отлично. Завершены. Прекрасно. Рывок, и все готово. А вот, кстати, два контейнера встал. Тачка меня стоит, ждет уже. Так, дальше у нас что? Так, сюда едем. Ну ладно, патрон не надо тратить. Сейчас на тачке доеду. Ничего интересного, да? Да. Ага, он на тот остров надо нам попасть. Понял? Там лодки, сейчас на лодке доедем.
что за фигня? А как ее управлять? Транспорт. Пешочком забежим, значит, туда у нас. Да. По болоту. А я думал, причем здесь глубоко, я думал. Я не смогу так идти. Я смысле из-за этого. Невидимые. Я вас завалил. Блин, я бег прокачал, он теперь так быстро бегает. Дальше едем к башне. А, стоп, это вот что такое? Тоже какая-то неизвестная локация, сейчас проверим. Невидимки, что ли, здесь тоже, наверное. Не, здесь нет никого.
Дипад где-то надо найти. Один. А, вон он, вижу. Всё, локацию прошел. Там перестрелка какая-то. Их нихера себе там. Крупная перестрелка. Так. Я вот сюда поехал. Я не ту тачку взял, блин, ну все, погнал. О, не, все, я проиграл. Ладно, он проиграл, он так и так понял. Нихера Так, и вот сюда вот еще заедем. Какое-то там развлечение уже в таких местах бывало уже. Автоматы.
Не тот, чтобы кому. Замечена разумная форма жизни. Нашего болотного декаданса. Здесь нет блеска и гламура большой сцены, однако определенно присутствует некоторый рустикальный шарм. Твой визит — это честь. Эй, по полной! Прицел попадает сразу на этого стреля. Смотрел повтор и гадал, скоро ли ты заскочишь в мою лавочку. Ты ведь не без жетонов. Твой визит — это честь. Эй, по полной! Все. Вот она, тачка. Я на ней приехал. Вот сюда заедем сейчас. Стой, а это что за тачка?
себе. Бигфут, охренеть. Бесконечные патроны. Да ладно, я на дереве застрял, охренеть. Монстр трак. Блин, чё, я, короче, не вылезу ни хера из дерева. Все, ладно, блин, тачку такую потерял, офигеть. Ты что, пешком придется идти? Придется пешком идти. А я сокращу даже путь, быстрее будет, наверное. Впереди покрытое слизью гнездо мутантов. Если мы не зачистим эти рассадники мутантов, дело быстро выйдет из-под контроля. А, вон туда мне надо, да? Ну погнали. Сколько народища, так ли не? Капсула зарождения надо сначала не сходить. Так, дальше лезем. Две капсулы уничтожил из 18, охренеть. Так, где еще? Сейчас они меня мучить будут. О-хо-хо. Так, где еще? Вон там. Yeah.
Фармуй, да почему фармуй? Ты чё какой злой дядя? Фармуй, говорит мне. Так, вон там, на ту сторону. Ага, вон еще есть. Здесь штучка осталась. Так, придется на ту сторону идти, да? Придется на ту сторону идти. Мир мой страх, давай, давай, иди сюда. Ребятишки, допрыгались, где дальше еще лучше? Вон там еще три штучки, ага. Вон там еще одна. Так, где она? А, все. Все уничтожил. Я все-таки зачистил эту мерзость. Молодец. Такие вещи надо пресекать в зародыш, пока мутанты не обосновались еще у кого-нибудь в канализации. Так, а где тачка? А где же тачка? А вот она. Нет. Куда я тачку-то припарковал? Я не помню уже, где она. Вон там, по-моему. Она? Она. Так. Здесь все. Вот сюда. Прям рвет ее. Рвет сами. Вот сюда вот сам. Экосфера топи. Вроде никого не видно. Сундук ковчегов. Вон еще один. Так, а как к нему пробраться? Достану.
Прям чуть-чуть не хватило. Или вот отсюда запрыгнем. Вот оттуда. Сейчас запрыгнем на него. О, да, спрыгнул. Так, еще один где-то. Наверное, на самом верху где-нибудь, да? Ё-моё, фига скользит, как я съезжаю. Здесь нельзя даже прыгнуть по этой трубе. Прям 100% уверен, где-то там, наверное, наверху последний сундук лежит. Опа, съехал. Так, самое главное не съехать. Так. Так, отлично. Не знаю, как забрался, но я забрался. Тихо-тихо. Ё-моё, прям на самом верху. Охренеть. И чё, здесь нет сундучка этого? Я зря лез сюда. Да не может быть. О. Ёпки палки, ни хрена себе. Короче, я сундук не нашел, значит он внизу где-то. Где-то внизу, а где внизу, я не знаю. Конечно, может быть, со стороны посмотреть где-нибудь. Увижу его. Не, нифига, ну и ладно, хер с ним.
Пойдем на тачку нашу. Тачки. Два нашел, и ладно, нормально. Прокачаем. Тачку нашу прокачали еще. Да, куча. Подгоняй тачку! Вот это да! За работу! Уж как-нибудь поставим на ноги твой дилижанс. Возвращайся скорее, Уокер. Утречка. Привет. Тебе удалось найти доктора? Да, нашел. Ага. Доктор жив и здоров. Отлично. Ну, если тебе нужна работа, посмотри на доску объявлений. Все, понял. А кроме работы, что еще тут есть у вас? Ты убиваешь мутантов? Меня зовут Туц. Раньше я был гонщиком. Но мне не повезло, и я пропустил целый сезон. Спонсор меня бросил, оставил ни с чем. В мире гонок у меня будущего нет. Попробую заняться уничтожением мутантов. У тебя боевой опыт есть? Ну так. А чего, это разве сложно? Мутанты же тупые. Я думал отправиться на арену в топе, потренироваться перед большим шоу. Она к западу отсюда, на краю дельты. Ты тоже приходи. Убивать мутантов, значит? Ну, можно попробовать. Просто супер. Ну, а ты что думаешь? Я? Я там еще не был. Но собираюсь. Скоро. Я был уже там. Я уже был там. Так, что еще тут есть? Эй, золотко! Да, да, раньше я жила с бандой кабанов. И что? Эти подонки меня предали. А я ведь не виновата в том, что сусло испортилось. До меня дошли слухи, что ты убиваешь кабанов. А я, Саламандра, хочу немного отомстить банде нагибателя. Ты в деле? А что мне за это будет? Ну... если не считать моей горячей и влажной благодарности. У банды нагибателя на свалке припрятана куча хорошей добычи. Хорошая добыча. Хорошая. Сечешь? Бар какой-то. Ну, заходи. Добро пожаловать в пресноводье. Мой маленький уголок. Блин, денег нету. Я Джозеф. Но все называют меня мамочка. Увидимся, лапочка. Надо будет меня купить. Посмотри на меня. Раньше я был лучшим судостроителем в топе секрета. Строил лучшие лодки, какие только были у кабанов. Ты строил лодки для банды? Еще как. Но потом мой проклятый соперник, тугой обрубок, настроил кабанов против меня. Подлая крыса. Я едва унес ноги. А теперь они разоряют мою мастерскую. Уже в хлев ее превратили. Если ты в самом деле рейнджер, как те прежние, то проучи этих мерзавцев. Может, и проучу, старик.
Сейчас наберу задание. Так, что еще дальше? Я уже могу вернуться в мою любимую мастерскую? А, моя мастерская на востоке. Совсем недалеко. Возвращайся поскорее. Рейнджер. Рейнджер. Привет, салага. Салага. Поговорила с караванщицей Лабас? Она утверждает, что к западу от лагуны из-под земли выходят муты. Может, это какие-то особые муты-землекопы? Или муты-киборги с особым копательным инструментом? Я не знаю. Кто-то должен это выяснить. Угу. Выясним. Монстр Трак. Йоу.